Сегодня встал пораньше. Друзья мои со мной на прогулке. Погода замечательная. Солнышко там встает. Вы видите меня, я иду с камерами. На одну сейчас снимаю. На другую сейчас буду снимать. То есть выберу хороший эпизодик. Или, как говорят киношники, локацию. И сниму для того, чтобы это послужило фоном для моей заставки. То есть я сижу на кресле, а сзади будет такой природный фон. То есть все приходится делать, во все вникать самому. Но меня это как-то не напрягает. Хотя в некоторых случаях удручает. Когда особенно техника ломается. Вот что-то отказал компьютер, вернее, RAID-массив. Это вот штука, видите, вот, красным загорелась. Вторая красным загорелась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. В каждом отделении из этих шести стоят жесткие диски. Все это вращается. Видите, одно там красным зажглось, это тоже красным, это тоже красным, что-то там отказывается. Вот они подсоединены к компьютеру. Хорошо открывается. Еще, то есть работать с них можно. Но что-то такое случилось с ними. Этот таймлапс, туман. Надо вот так щелкнуть, чтобы появился туман. Вот как раз, видите, видео, которое я делал. Не до конца, так средне. И до первого появления желания вдохнуть. Да. То есть вот со всем этим приходится работать, чтобы это все заработало. Надо будет устранить вот это какое-то расстройство в работе моего компьютера. Вот сейчас, видите, я уже сделал, выставил, можете смотреть. И вот это что-то начало глючить. И так, и сяк. После того, как я почистил компьютер, вот это все началось. Что там такое я сделал неправильно? Поэтому взял инструкцию по Final Cut и начал ее подсчитывать. Вот так-то. Какая локация здесь будет хорошая? Вот мне нравится вот это дерево со сломанной вершиной. Со сломанной вершиной. Вот где-то это вот тут. Смотрите, а? Какой видочек. Не просто видочек, а видосик. Ставим камеру. Наводим. Так, ой, какая картинка, вы видите, какая картинка замечательная. Залито солнцем. Так, если мы чуть пониже возьмем, обрежем верхушку. То есть вот так вот. Важно не обрезать верхушку. Вот, нажали. Вот, отличная картина, как у Шишкина.